Сегодня мы чествуем юную интеллектуальную, творческую и спортивную элиту, золотой резерв нашего района. Самых-самых. И лучших из лучших. Все они юные, успешные, талантливые, наше будущее. Молодые ребята, которые уже сейчас учатся быть полезными своей стране, играть в жизни главные роли. Время летит очень быстро, и уже не за горами тот день, когда вы займете наши места в системе власти, в бизнесе, в искусстве, в спорте, в науке. И я уверен, что именно ваше поколение даст мощный толчок, импульс для развития России. И уже сегодня, по вашим результатам, мы видим, что у нашей страны прекрасное будущее. Стипендиатами губернатора Московской области стали 66 человек. Ребята, смущаясь, поднимаются на сцену, принимают цветы и сертификаты из рук Оксаны Пушкиной. Фото на память, и они уже в зале, стесняются повышенного к себе внимания. Ребята, все только начинается. У вас есть с кого брать пример. У нас потрясающий глава района, спортивный, образованный. У нас потрясающий губернатор, спортивный, образованный, целеустремленный. И это здорово, когда такие лидеры. Эстафету подхватывает Лариса Лазутина. Она почетный гражданин Одинцова. Я от всей души искренне хочу поздравить вас сегодня. Это, безусловно, ваше трудолюбие, усердие и, конечно, талант. Я поздравляю вас. Хочу пожелать, чтобы вы не останавливались на достигнутом, шли смело вперед. 109 школьников стали лауреатами специальной стипендии главы Одинцовского района. Андрей Иванов вручил сертификаты ученикам, показавшим особые успехи в учении, искусстве и спорте в 2014 году. Анна Макарова, Станислав Трифонов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».